Вітаю, з вами студія телеканалу «Репортер», з вами вперше Тетяна Бурумбей. Сьогодні ми поговоримо про досить резонансну тему, яка сколихнула громадськість. Це жорстоке поводження із тваринами. Нещодавні інциденти, що трапилися у Холодній Балці та Красносілці Одеської області, є лише одним з небагатьох прикладів про порушення законодавства. Про правила утримання тварин та регулювання їх у правовому полі ми поговоримо з юристом Ігорем Шавровим. Вітаю вас у студії. Здравствуйте. Пропоную розпочати саме з того, як саме захищаються тварини у українському законодавстві. Що змінила поява закону щодо жорстокого поводження з тваринами? Мы должны понимать две вещи, что в украинском законодательстве есть два вида ответственности – административная и уголовная. К административной ответственности привлекаются люди за содержание животных с нарушением, соответственно, правил их содержания именно с точки зрения нормальных условий, обеспечения едой, водой, общением с другими животными. Это первый момент. И второе, есть ответственность за уголовную ответственность, за жестокое обращение с животными. То есть жестокое обращение может выражаться, например, в избиениях, в попытке убить животное из каких-либо мотивов, любых мотивов, хулиганских, мотивов, не связанных с самообороной. Если человек пытается нанести увечья животному, содержит в условиях, которые неприемлемы с целью нанести именно вред животному. Главный момент в наличии именно вреда. Это как один из признаков наличия именно уголовного правонарушения. Законодательством ужесточалась ответственность несколько раз за жестокое обращение с животными после совершения некоторых резонансных эпизодов, связанных с действительно нечеловеческим отношением с братьями нашими меньшими. Также подпадают под уголовную ответственность призывы к жестокому обращению с животными. Таким образом, любые записи в интернете тоже могут расцениваться как подпадающие под уголовную ответственность. Теоретично, може, база і підкріплена, але, як показує досвід волонтерів, на практиці не завжди працює. Як, на вашу думку, можна доповнити ці закони, щоб це працювало у правовому полі? Я не зовсім согласен, що це не працює, тому що ми повинні розуміти, що закони регулюють не якісь конкретні частні випадки, а регулюють всю концепцію правовідносин. Тобто ми говоримо, що у животных есть такие же права, как и у людей. Так звучит, про право на пищу, на воду, на общение с их подобными. Плюс право на то, чтобы животные содержались в условиях, которые приближены к их реальному месту проживания. То есть это может быть там температура, режим сна, моменты, связанные со светом и так далее. Потому что человек, беря ответственность за животное, берет на себя обязательства по его обеспечению. Продолжая этот момент, следует обратить внимание, что часто сотрудники правоохранительных органов могут просто на самом деле не знать, как реагировать на те или иные вещи, то есть что является содержанием животных в ненадлежащем месте. Например, является ли собака, которая находится на цепи, является ли момент, связанный там, собаку содержат на цепи в 15-градусный мороз, и у собаки нет будки, где тепло. Является ли это жестоким обращением с животным или нет? То есть такие частные случаи именно связаны с практикой правоприменения. Плюс, может, некоторые считают, что эти случаи не заслуживают внимания, но на самом деле они заслуживают внимания, потому что отношение нас, людей, к существам, которые, безусловно, нам доверяют, любят нас, несмотря ни на что, и требуют нашей заботы и внимания, показывает на то, какие мы люди, и показывает отношение общества и к себе подобным. Потому что если мы не защищаем
тех, кто требует нашей заботы і внимания, то ми не захищаємо себе. Що в першу чергу потрібно робити людині, яка знає або бачила, що хтось проявляє жорстокість до тварини? Перше і єдине, що потрібно робити, визивати поліцію. Ми, по большому счету, нічого більше і не можемо зробити. Все дальніше мероприятия должны проводить сотрудники полиции. То есть, или выписывать административный протокол, или приезжать на место совершения преступления, вызывать следственно-оперативную группу и проводить следственно-оперативные мероприятия. Это единственное, что нужно сделать. Вместе с этим в обществе должна быть широкая кампания по тому, как правильно ухаживать за животными, разъяснять, что люди перед тем, как берут к себе домой питомца, должны не переоценивать свои силы, потому что некоторые питомцы являются активными, гиперактивными, и им нужно уделять тоже внимание. Я, например, хотел бы, например, завести себе корги. Мне очень нравятся эти собаки, но я понимаю, что мне часто не бывает дома, и, соответственно, питомцу нужно внимание, которое он 100% не получит в силу моей работы. И таким образом я не завожу собаку, потому что я понимаю, что нахождение собаки одной в дома может как раз и быть тем примером, что я просто посажу ее в тюрьму, так скажем. В некоторых европейских странах, кстати, существует запрет содержать питомца в одиночестве. То есть дома можно содержать, например, только там двух собак, трех и больше. То есть нельзя одну содержать собаку, потому что это является именно примером жестокого обращения, то есть лишение питомца общения с себе подобными. Как такой пример. Но вместе с этим следует сказать, что во многом, кроме домашних животных, у нас не защищены и люди. Мы часто видим примеры несправедливости и плохого, скажем так, по-украински байдужого відношення к тоже людям, что не может не вызывать грусть. Давайте розглянемо на прикладі нещодавнього інциденту у Холодній Балці, де чоловік-сусід побив хаскі. Як у такому, скажімо так, випадку, коли хаскі виявилося, що він, що чоловік побив собаку через те, що пес забіг до курника і вбив 20 птахів. Хто у цьому випадку, назвемо так, більше винен? Чоловік, який скоїв цей злочин, чи власниця собаки, яка випустила його? Ну, здесь, на мой взгляд, с одной стороны, понятно, что следствие покажет, но если говорить о ситуации в вакууме, то существует обоюдная вина, что, с одной стороны, может прослеживаться содержание, нарушение правил содержания домашнего животного и, соответственно, компенсация вреда, которое животное нанесло. Я напомню, что вред, нанесенный животным, компенсируется его хозяином. Это с одной стороны, и это рассматривается в рамках гражданского процесса. И с другой стороны, мы видим признаки жестокого обращения с животным, а именно, собственно, насилие над собакой, что является недопустимым. И, собственно, это влечет за собой, возможно, может влечь за собой уголовную ответственность, достаточно суровую. В том числе, я прошу прощения, с компенсацией вреда, нанесенного животному. То есть этот вред характеризуется затратами, потраченными на лечение. Щодо суду Лінча, який пройшов у Красносілці, коли сусіди вирішили, що вони можуть якось показати сусіду, який вбив хаскі, також цю породу, як це взагалі попередити подібні інциденти? Як показати людям, що можна повернути це у правове поле? К сожалению, такие случаи могут происходить, и мы их не сможем никак предотвратить, потому что мы можем не знать, что находится у человека в голове, что происходит у него в голове. Но эта ситуация связана с озлоблением людей и отсутствием понимания, что делать
В первую очередь, если соседи понимают, что собака делает что-то нехорошее или как-либо влияет на их права и обязанности, ну, то есть вредит, другими словами, им, они могли бы, опять же, то есть тоже вызвать полицию, составить там, допустим, если есть основания, там, административный протокол, если есть основания, подчеркну, и таким образом предупредить владельца животного о том, что что-то происходит неправильное и тому подобное. Я считаю абсолютно недопустимым проводить любые суды линча, потому что мы цивилизованные люди и живем в правовом государстве. Потому что суды линча в таком формате над животным, над собакой, потом впоследствии могут привести к судам линча над людьми, потому что, знаете, как есть понятие «окно Овертона», то есть если мы сделаем что-то нехорошее с домашним животным, то почему мы не можем сделать что-то нехорошее и с человеком, и таким образом раз за разом оправдывая насилие, что является абсолютно недопустимым, я считаю. В таком случае, в данном примере, это классическое, на мой взгляд, события, которые имеют в себе признаки уголовного правонарушения, и, соответственно, полиция, я думаю, даст на это быстрый и квалифицированный ответ и оценку этой ситуации, которая, опять же, повторюсь, является недопустимой, неправильной, в корне неправильной. За словами зоозахисників, дуже часто правоохоронні органи відмовляються приймати заяви або якось, ну, дивно реагують на подібні дзвінки щодо жорстокого поводження із тваринами. Як реагувати у такій ситуації і чи можливо посприяти співпраці зоозахисників з поліцією? Согласна, тобто у нас, коли був введен в 2019 році новий уголовний процесуальний кодекс, у нас отпала так называемая доследственная проверка, и, соответственно, все заявления, которые поступают, должны по всем заявлениям открываться уголовное дело и расследоваться, то есть потом или, ну, приниматься какое-то процессуальное решение, или закрываться, или направляться в суд. В таком случае следует просто быть настойчивыми, просить принять заявление в любом случае, потому что все заявления, согласно закону об обращении граждан, должны быть рассмотрены, а и согласно 214 статье Уголовно-процессуального кодекса должны быть приняты, и по ним приняты решения об открытии уголовного производства. То есть в таком случае я рекомендую быть настойчивым. Если не принимают, отправить по почте, но если отправить по почте, на следующий день оно попадет в полицию, возможно разъяснить о том, что нет ничего страшного в том, чтобы принять такое заявление. Ну, разное бывает, это вопрос человеческих отношений. И объяснить на самом деле, что делать, что есть статья административного кодекса, кодекса административных правонарушений, есть статья уголовного кодекса, и путем переговоров, скажем так, настоять на принятии законного и правильного решения. Я прекрасно понимаю, что для кого-то это может быть неважно, учитывая то, что у нас достаточно большое количество преступлений совершается, и правоохранительные органы загружены другими различными делами, но и уголовный кодекс, и кодекс административных правонарушений защищают животных, как и Конституция, как и европейские конвенции. И проблема от этого никуда не денется. А денется она только если на заявление будет надлежащая жесткая реакция правоохранителей. 21 січня у міському департаменті екології обговорювалася програма захисту тварин на майбутні 5 років. На вашу думку, що першочергово необхідно зробити, аби запобігати жорсткому поводженню з тваринами? Адже у програмі була, ну, взагалі лише вакцинація тварин. Ну, вакцинація – це теж важливий момент. Вакцинація і стерилізація, тобто регулювання популяції бездомних животних. Я считаю, что нужно проводить, во-первых, разъяснительную работу активную, то есть что делать, как ухаживать за теми или иными животными, потому что многие люди, ну, могут совершать необдуманные поступки просто из-за незнания. И второе — это направить деньги на питомники и ветеринарные клиники.
Ну, тобто, все простіше, ніж ми думаємо. На самом деле так і є. Я ще раз говорю, що роз'яснення это во многом залог успеха, скажем так, во многих аспектах, потому что люди могут, я же говорю, действовать необдуманно, потому что просто не знают, как действовать на самом деле, как правильно действовать или неправильно оценивать обстановку. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. А я нагадаю, що ми поспілкувалися з юристом Ігорем Шавровим. З вами була я, Тетяна Бурумбей. Слідкуйте за новинами та залишайтеся з репортером.